Увидеть солнце, небо и лицо любимой мамы. У 5-летней Ангелины Клыковой страшный диагноз – органическое поражение центральной нервной системы. Девочка отстает в развитии, но самое страшное – малышка незрячая. Дома с ней занимаются мама и бабушка, Ангелина ходит на подготовку в специальную школу ступени. Но пока к ней не вернется зрение, качественного скачка ждать не приходится. В Новосибирске предлагают операцию, но на нее нужны деньги. Юлия Комкина расскажет подробности. Ангелиночка, споешь песню? Да. Ну, давай. Маленькая девочка маленькому мальчику задает вопрос. А что такое небо? А что такое солнышко? А что такое любовь? Ангелина на раз запоминает песни и без стеснения выступает перед камерой. Она познает мир на ощупь, на запах, на вкус и на звук. Кстати, слух, по словам врачей, настолько острый, что малышка может слышать даже крылья бабочки. Ангелина готовится к школе, но делать успехи, будучи слепой, почти нереально. Давай складывай три щепочки, клади в коробочку. Что это у тебя в ручках? Пирамидка. Желанная малышка родилась совсем крохотной, и скоро Наталья поняла, с дочкой что-то не так. Я заметила это сама. 4 месяца ребенок не реагировал на игрушки. Вызвала доктора, участкового педиатра, и начали обследование по всем докторам. И оказалось, что ребенок не видит. Силы нам дано свыше. Но надо, наверное, в первую очередь верить и все возможное делать своим детям, что в наших силах. Наталья дважды возила дочку в Питер, 3 раза в Уфу. Лечение и операции. Девочки делали инъекции в глазные яблоки. В результате лишь светоощущение. Вернуть зрение и подстегнуть развитие обещают новосибирские врачи. На 23 января нам прислали приглашение. Лечение макрофагами, то есть это у ребенка берут из вены кровь и вводят в спинной мозг, и ее же стволовые клетки. По неврологии улучшение, ну и естественно и зрение. Лечение стоит почти 240 тысяч рублей. Копейки для бизнесменов, для этой семьи неподъемный груз. Я обращаюсь к людям, к жителям города Курска, к спонсорам, чтобы какую-то оказали нам материальную помощь, чтобы нам поехать сделать удачную операцию, чтобы она увидела солнце, чтобы она увидела маму. Не то, что на словах где-то она или по голосу, а вот именно увидела, чтобы она спрашивала какой-то цветочек, хоть бы она сама уже знала, хотя она знает, мы подвожу ее к цветам. Объясняю, она руками ощупывает на запах. Поддержать Ангелину может каждый из вас. Важна любая сумма. Все подробности на сайте seiminfo.ru или по телефону редакции 703520. Возможно, именно с вашей помощью Ангелина сможет увидеть солнце, маму и этот сюжет. Юлия Комкина, Денис Федорков, телеканал «Сейм».